Хозяйки, всем привет! С вами Марина. И сегодня видео будет посвящено нашему дому, уборке и конкретно средствам бытовой химии, которые есть у меня. Поступил запрос от зрительницы с ником Мария Мар. Она спросила, какой бытовой химией я пользуюсь и рассказать об этом с точки зрения минималиста. Большое спасибо за тему, потому что она мне показалась достаточно интересной, и я могу продемонстрировать все, что у меня есть, потому что средств действительно мало. Но есть, конечно, и минус с точки зрения экологичности. Средства оставляют желать лучшего. Многие из них я хотела бы, конечно, заменить. И если у вас есть какие-то идеи, либо, может быть, какие-то продукты, которые вы можете посоветовать, порекомендовать, которые будут безопасны для окружающей среды, я с радостью приму эти идеи, прочитаю ваши комментарии, буду вам очень благодарна и, возможно, заменю свои средства. Мы находимся в ванной, и это нижняя полка стеллажа. Здесь расположены основные средства бытовой химии, которые я использую. Сам стеллаж выглядит так. Он высокий, до потолка, но я вам не буду все показывать, потому что беспорядок, и нужно здесь провести хорошую уборочку. Вернемся к нашей полочке. Я здесь сейчас буду наводить порядок и заодно вам все покажу. Давайте начнем. Первое средство — это гала, чистящий порошок. Я его использую для санузла, для ванны, для раковины в кухне. И если мне что-то нужно очистить с плитки, тоже использую это средство. Оно самое обычное, ничего особенного, но вот такое вот чистящее всегда есть у меня в доме. А раньше я это заменяла кальцинированной содой. Не знаю, может быть, нужно к ней вернуться. Посмотрим. Вот просто мы купили такое, его еще там очень много. А дальше что мы здесь видим? Это такой вот клин антипар для зеркал и стекол. Ну, в общем-то, тут уже что-то с вот этим вот распылителем. Нужно его, наверное, тоже заменить. А так, в принципе, мне нравился. Действительно хорошо очищает стекло. А зеркала в ванной у меня сейчас нет, поэтому от пара мне не нужно ничего защищать. Но вот есть такое средство. А дальше мы здесь видим две упаковки таблеток для посудомоечной машины. Очень мне нравятся эти таблетки. Я перед тем, как покупать, смотрела много отзывов на YouTube. И вот эти, вот, как я поняла, самые лучшие были на тот момент. Они такие вот из трех частей. Ничего больше не нужно отдельно, ни соль, ни кондиционер, абсолютно ничего. Вот все уже в одной таблетке. Вот так это выглядит. Что тут у нас попадается? Тут у нас мочалочки. Это не бытовая химия, но все здесь лежит. Вот такая рукавичка, которой я начищаю сантехнику после того, как помою до блеска. Очень хорошо полирует, мне нравится. Дальше здесь какие-то вот волшебные салфетки. Я ими еще не пользовалась, но в будущем буду использовать. Посмотрю, как они будут работать. Запасной чехол для деликатной стирки, мешочек. Один единственный порошок, который мы храним вот так в пакете, чтобы он не источал никакой запах. Это у нас персил. Давайте я его сейчас распакую, чтобы лучше было видно. Вот такой персил с добавлением силан. Самый обычный. Раньше мы покупали большие пачки, но сейчас посчитали, абсолютно нет никакой выгоды, поэтому берем такие маленькие. Меня полностью устраивает. Дальше, что у нас здесь есть? Аленор. Я его никуда сейчас не добавляю, там его осталось мало. В основном какие-то вещи такие деликатные, вроде шерстяных каких-то изделий, я стираю вручную.
Это же средство, по-моему, оно идет для машинки, не использую, и вообще в машинку никаких кондиционеров я не наливаю. Если мне в машине нужно постирать что-то деликатное, я туда просто добавляю обычный шампунь для волос. То есть кладу вещь, шампунь для волос, и все. Никакого порошка, никакой химии, то есть и потом кондиционер смягчающий тоже не нужен. Здесь у меня есть еще пятновыводитель, иногда я пользуюсь. Это ваниш Oxy Action, удаление пятен с первой стирки. Вот такой жидкий мне нравится менее всего, у меня осталась треть. Как-то, представляете, купила по акции, мне кажется, еще лет 5 назад, вот два таких. Знаете, эти акции вообще сведут с ума. Представляете, до сих пор вот второй есть, еще треть осталась. Больше, конечно, не клюну я на такую штуку. Нравится вот этот пятновыводитель, который в таких пакетиках, он идет в виде порошка, гораздо лучше удаляет пятна, и мне кажется, неплохо иметь вот такой один пакетик, если что-то произойдет, использовать и все, а такую бутылку я предпочитаю сейчас не держать, закончится и, конечно, не буду возвращаться к такому формату. А дальше средства от Amway, которые мне когда-то дарили. Это для очистки духового шкафа, оно идет, сейчас покажу, вот с такой кисточкой. А раньше я пользовалась, в этой квартире еще ни разу не использовала, так как духовой шкаф новый, там все более-менее чистое и нет таких загрязнений, чтобы использовать это средство. Я слышала, что средства от Amway, они экологичны, но на 100% я не уверена, если вы знаете, напишите мне обязательно. Смотрите, здесь это все. Также я храню здесь такую бутылочку с уксусом. Уксус в еду я не использую. Я его использую исключительно для того, чтобы убирать в квартире. Что им можно делать? Хорошо убирает любой известковый налет. То есть с сантехники, с дверок, душевой кабины. Ну, в общем, со всего, где может остаться вот что-то. Например, у меня в кухне мойка черного цвета, и на ней вот известковый налет очень сильно остается, и уксус прекрасно справляется с этой задачей. Это отличное бюджетное средство, которое люди употребляют в пищу, поэтому я думаю, что это достаточно экологично. А что я еще использую? Я использую обычную пищевую соду, если мне нужно что-то очистить, например, на мебели. Ну, скажем, вот как на таком стеллаже, то есть что-то аккуратненько почистить. Вот для этого можно использовать соду. А если я мою полы и хочу что-то добавить, то я могу добавить туда гель для душа с приятным каким-то запахом и помыть пол. А либо я добавляю обычное хозяйственное мыло. Вот у меня сейчас запасной кусочек тоже в пакете лежит. Вы извините, что в таком пакете, просто без прикрас вам сейчас показываю, как есть. Вот оно обычное хозяйственное такое мыльце. Одно запасное, одно сейчас в деле. Вот можно добавлять в ведро с водой это мыло, оно там несколько растворяется, и потом этим мыльным раствором очень хорошо мыть пол, хорошо пол будет очищен. И также этот способ рекомендуют тем, у кого есть дома дети, и они какую-то часть времени проводят на полу. То есть это будет вполне безопасно. Девчонки, это все средства, которые у меня есть, реально больше ничего нет. Давайте еще раз посмотрим. Вот. И что я хотела бы здесь убрать, это, наверное, вот такое средство. И вот это 100% то, что можно было убрать. И останется вот так, совсем немного. И есть еще одно средство на кухне, пока что я от него не отказалась. Пойдемте, сейчас вам покажу. Ну и вот оно, одинокое средство на моей кухне. Это самый обычный фейри, перелитый в бутылочку от очищающего средства Клиник. Мне так удобно, здесь есть дозатор, это красиво. И я использую две таких бутылочки, одна стоит запасная, и одной пользуюсь постоянно. И она находится здесь, мне не нравилось, как здесь выглядит фейри, такая версия более приятна. На этом все,
Спасибо большое за внимание. Напишите мне, считаете ли вы, что это много средств или мало. И я жду ваших рекомендаций по поводу экологичных средств для уборки в доме и для стирки. Большое спасибо за внимание. Всем пока.